про ЦП, вот, то, что вот это вот, это забот. Все разбудило. Пацаны, ЦП волосы я только посмотреть. Пацаны, вы считаете хранение марихуаны для себя запрещенным? Вот нет. Вот я тоже написал нет. Слышь, давай подискусируем. Да? Какую-нибудь а линию творчества в творчестве постараться. Да, давай сейчас скажу такую вещь. Не знаю, мы тебя не говорим. Мам. Я хочу быть террористом. У меня жесткий диск с ЦП. Уходим. О, пацаны, маслину словил. Чики-брики в дамке. Вас выкинуло? Нет, выкинул только одного мальчика. Угадай, какого. Миша, 2000 рублей ты накопателя скинули? Миша, что так тихо говоришь? А чё? Мама сказала не орать, мама устала. Да, мама сказала не кричать. Мама после работы устала. Сыночка, свининочка себе плохо ведёт. Я кидаю гранаты. Классно. Мне еще хп сняли. Андрей, что ты хочешь передать маме? Мама, я попал в плохое общество. Мама, я в ИГИЛе. Ренат, что вы думаете? Я думаю... Я не знаю, что... Ну, на вас посмотреть уже не надо ничего думать. Вот как нужно чистить. Раз. Виктор, вам нравится причинять людям боль? Да. Вау. Поэтому вы стали... Чему это беседа? Нет, давайте по-другому. Избить уже не весело, потому что мы его каждый день бьем. Я один раз Мишу реально избил с Димой, он плакал. Да, такое было, он такой плакал. Миша такой плачет, говорит то, что у Димы, у мамы маньяк, и не плачет все равно. Вот, короче, мы ему говорим то, что если он будет шутить сегодня про нас, то мы его изобьем. Он шутил, мы его избили. Это смешно, Вова. А, тут письки. Да я двоих снял. Письки. О, ты так сказал весело, тактически, уменьшаешь это. Прямо Маша поднята игроком шоу. Но Миша, ну на Машу невозможно подняли. Миша, давай что такое медленно. Миша убивается с Миша падает. Тащи свой целелютник сюда. Мамка уропала. Не могу поднять. Миша не пролезает в машину. Наибольшее число падений твоя мамаша.